Марии Рубцовой кипит работа. Сотрудники комбината по благоустройству вычищают грязь, водоросли, мусор и меняют расходные элементы в фонтане, на работу которого пожаловались местные жители. Реконструкция объекта проводится в рамках реализации инициативы о развитии сквера Марии Рубцовой. Ее поддержали лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить». Данная инициатива по приведению фонтана в порядок принадлежит жителям нашего города. Она набрала достаточно большое количество голосов на сайте «Хижи онлайн», и поэтому вот сегодня начаты работы. Появился запах, и нужно все-таки доделать дело до конца, чтобы снова все было хорошо у нас. Зашли на сайт «Хижи онлайн» и проголосовали за эту инициативу, чтобы у нас фонтан чистый был. Все инициативы горожан по благоустройству, ремонту и развитию инфраструктуры «Химок» размещены на сайте «Хижи онлайн». В первую очередь будут реализованы те предложения, которые наберут большинство голосов.